полузащитник, чтобы его страховать, либо левоногий центральный защитник, чтобы смещаться на фланг и страховать его опять-таки. Ну, короче говоря, Камбаров это такой стрёмный вариант, но в принципе окей. Хотя мне кажется, что если так хочется поставить Камбарова на поле, то его можно использовать как левого полузащитника, как даже сдвинутого, точнее, левого центрального. Блять, ну много вариантов есть, как можно использовать Камбарова, если он так нужен. Потому что